Смотри, как они нарядились. Отметили. Курма. О, паровозик здесь. Олимпийский парк. Блин! Тихо. За Россию! Стали 4-метровой статуей из фильма «Игра в кальмара». Девочка. Посмотрим. Слушай, наверное, на парковку сейчас мы не запаркуемся. Привет, подписчики. Я в воскресенье ночью еду на завод в другой город. И с семьей только по выходным будем видеться. Франциско Джуника. Смотри, там вон кресло классное. Тут коляска. Неудобно снимать. Смотри, бассейн. Хочешь, фотографию тебе сделаю? Красивую. На стульчике. Этот гномик преследует меня. Сам не катается. Ладно, как получится, сниму. Уж на меня. Стабилизация спасет, надеюсь. Паркинг такой, спуск. Пупсик, ты не хочешь сам? Работать ногами. Мы не пойдем.
обычно выходной день, суббота. Людей здесь. Ужас. Не люблю, где много людей. Люблю, где тихо, спокойно, но уже раньше на них катались. Очень тяжело педали крутить, он едет очень медленно. О, паровозик здесь. Пустили. Паровозик там тоже. Там пенсионеры играют, он в чанге. Китайская игра, китайский шахмат. Чанге. Китайский шахмат. Форма. Форма красивая. Все страны, которые в Олимпийских играх летних участвовали. Смотри, как они нарядились. Отметили. Королевны. Начали. Вот, идите, идите прямо туда. Это до статуи. А, опять туда? Вот сюда пинк мули. А еще дальше отлично. Статуя. С один чекочерке сфоткать вас? Наконец-то. А? Называется беседа. Анна.
Ханна. Сейчас темнеет. Пали, 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 пали. Ханна, пойдем быстрее. Ханна. О, белка. Бадминтон площадка. Короче, парк мечты. Все есть. Вау, мы пришли на первую точку. Спасибо.
Девушки красиво тут пикничок устроили. Все уже вечер. Слушай, классно здесь, да, все есть? Бомбинтон, площадки, баскетбол. Поэтому парковка такая дорогая. Все это содержать надо. Слушай, не опасно, сейчас мячом ему попадут еще. По голове. Дэниел! Смотри, сейчас мяч тебя ударит. Он тяжелый. Ты задумайся. Осторожно, осторожно. Вкусняшка. Самое дорогое блюдо в этом заведении. 65 долларов. Может, Хану разбудить? А? Это первый раз вообще. Это они сами придумали? Нет, это очень известная и традиционная. Надо записать название. А что ты первый раз тогда? Ты же кореянка. Я не видела просто. Это очень редко продается. И не ходила. Это хорошее торговое блюдо читается. Наверное, не ходила.